Компания Toshiba представляет новый модельный ряд ноутбуков 2013 года. Все мобильные компьютеры построены на базе новейших 2- и 4-ядерных процессоров Intel или AMD и оснащены мощными современными видеокартами. Ноутбуки серии Toshiba Satellite C50 и C50D прекрасно подойдут как для обычных пользователей, так и для B2B-сектора. Модели оснащены удобной островной клавиатурой с цифровым блоком и тачпадом с поддержкой жестов. Оба ноутбука могут работать в специальном эко-режиме, который снижает потребление электроэнергии и, соответственно, сокращает выброс углекислого газа в атмосферу. А утилита Toshiba Eco помогает отслеживать эту экономию. Модели для офиса и дома. Ноутбуки Toshiba Satellite L50, L50D, S50 и S50D, которые отличаются более высокой производительностью, расширенными мультимедийными возможностями и скоростью обмена данными через интерфейс USB 3.0. К слову, порт USB поддерживает функцию Sleep and Charge, которая позволяет зарядить смартфон или планшет, даже если ноутбук выключен. Модели этой серии предлагают пользователю не только комфортную полноразмерную клавиатуру, но и сенсорный экран, который значительно расширяет области применения компьютера. Лэптопы серии Toshiba Satellite L и S также поддерживают эко-режим работы. Полноценную замену настольным компьютерам без потери мобильности предлагают ноутбуки серии Toshiba Satellite C70, C70D, L70, L70D, S70, S70D. Эти производительные модели оснащаются сенсорным экраном, удобной клавиатурой, кликпадом, сенсорной панелью управления с поддержкой жестов и модулем Bluetooth новейшей версии. За высокое качество звука отвечают приложения Audio Enhancement Software и встроенные динамики известного производителя акустики Onkyo. Учитывая наличие Blu-ray-привода, мобильные ПК этой серии можно использовать как домашний мультимедийный центр. Мультимедиа-серия представлена моделями Toshiba Satellite P50 и P70, которые отличают экран высокого разрешения Full HD, превосходный звук с акустикой Harman Kardon и поддержка функции Sleep and Music, позволяющий прослушивать любимую музыку даже в спящем режиме. Фирменная функция Toshiba HDD Accelerator обеспечивает высокую скорость работы жесткого диска, используя в качестве кэш-памяти оперативную память ноутбука. Высокое качество видеосвязи обеспечивает внутренняя веб-камера с Full HD разрешением. Завершает линейку ноутбуков Toshiba 2013 мощная игровая модель Cosmio X70. В ее активе процессоры Intel и видеокарты NVIDIA GeForce. На борту 4 слота памяти, 2 жестких диска, экран Full HD и 4 динамика Harman Kardon с поддержкой технологии DTS Studio Sound, отвечающей за высококачественный звук. Cosmio X70 никогда не спит. Но даже если спит, то все равно работает. Заряжает смартфоны и планшеты, проигрывает музыку с внешних портативных устройств, используя свою акустическую систему. Cosmio X70 — это эксклюзивный геймерский ноутбук с поддержкой новейших игровых технологий и ярким дизайном. Особое место в модельном ряду Toshiba 2013 года занимает ультрабук Portage Z. Модель Portage Z930 изящна, легка и тонка. Толщина ее корпуса составляет всего 8,3 мм, а вес — 1,12 кг. Этот сверхкомпактный ноутбук оборудован влагозащитной клавиатурой с подсветкой, корпусом из магниевого сплава и высокоэффективной системой охлаждения. Для повышения скорости работы и надежности защиты данных в Portage Z930 используется необычный жесткий диск, а твердотельный накопитель. Словом, это универсальный мобильный ПК, работать с которым сплошное удовольствие и дома, и в офисе, и в дороге. Компания Toshiba предлагает и бизнес-ноутбуки Portage R930, Tekra R940, Tekra R950. Как и положено бизнес-моделям, эти аппараты обеспечивают высокую степень защиты данных, в том числе от несанкционированного копирования. Помимо функции USB Sleep and Charge, ноутбуки поддерживают зарядку портативных устройств, требующих больше электроэнергии, чем обычные смартфоны и планшеты, в
целях экономии заряда батареи разработчики добавили и возможность автоматического отключения Wi-Fi при подключении кабеля LAN напрямую к ноутбуку. Серия Portage R930 и Tekra R940-R950 — это исключительно энергоэффективные, производительные и защищенные модели для корпоративных пользователей.